Всем привет! Перед вами аккумуляторная дрель шуруповерт Штурм CD3314. Это бытовая модель с никель-кадмиевой батареей напряжением 14,4 вольт. Обороты плавно регулируются в двух диапазонах – до 350 и до 1000 оборотов в минуту. Регулировочная муфта позволяет ограничить усилие в соответствии с размером крепежа. 17 позиций предназначено для закручивания, а одна – для сверления. Максимальный крутящий момент – 16 ньютона-метр. Быстрозажимной патрон упрощает смену оснастки. Эластичная накладка на корпусе не дает инструменту выскальзывать из рук. Для удобства работы есть встроенная подсветка. В комплекте двусторонние биты, два аккумулятора, зарядное устройство и кейс.